Волхонск. В этом поединке счет 6-3. Победу по баллам поддерживает боец с красным поясом и выходит следующий поединок. Московский Максим. Сила судейской бригады, руководитель Фролов, рефери Фалеев, Макалыжин, Галов. 5 секунд захватили рефери. 5 секунд. Оцените все. 1 балл красный. 5-5. Предупреждение синему. Заухо за пределы ковра. Рефери Фалеев. 1 балл красному. Боковой Жингалов. 6-5. Судья Жингалов. На ковер приглашается Демиров. Балл красному. Готовится Казаков, Московский, Куликов, Костромская. Ввиду снятия врачом бойца синим, победа осуждается бойцу с красным поясом. И на ковер приглашается Казаков, Куликов. Бал синим. Удар в захват. Без захвата. Продолжаем. Счет 6-3. Идет по эстетике. После этого готовится весовая категория до 60 килограмм. Власенко, Московская, Жантаев, Владимирская область. Включить секундомер бойцу с красным поясом. Без оценки. Время. Неэффективные действия без оценки. Так, в этом победе со счетом 7-2 победу взял спортсмен с красным поясом. Бал красному. Ногой туловище. Остановите поединок.
Стоп! Равные возможности. Замечание красного выходского. Стоп! 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 Стоп!